Позвольте представить вам нового начальника УГРО, майора Ивана Петровича Соболева. За ним кто-то стоит? Иван Петрович руководил отрядом СОБР в горячих точках. Уголовный розыск, майор Соболев. С прошлым начальником УГРО мы крепко дружили. Я предупреждаю, работаю в рамках правового поля. Немного растянутых, естественно, но все равно в рамках. Слушай, а тебе не надоело кормиться мелочевкой? Да я бы и рад, так не предлагает никто. Предлагаю. Хочешь помочь своему врагу, чтобы он стал твоим другом? Если крокодил съел твоего врага, это не значит, что он твой друг. Ну ты че беспределишь? Ты вообще кто такой? Жек с пистолетом, ясно тебе? Он думает, что меня переиграл. Он думает, что у меня нет ходов, кретин. Я и не верю, Петрович, чтобы у тебя не было плана. План есть. Только он не в рамках закона, так что можете сразу сдать меня в гестапо. Поднимай всех, кого можешь. Посмотрим, как этот правый майоришка зачирикает. Орел, это Соболь. Все, злодея взял. 2/3. Хорошая месть, майор. Теперь лично меня пристрелишь. Тверская премьера. С понедельника в 20:00 на НТВ.